наша Россия, наш президент, вас, наш сил, право и честь. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Поздравляю вас с днем рождения, 7 октября. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России, Владимир Владимирович Путин. По дни рождения Владимира Владимировича Путина в мире о том, что медведи и именины дни рождения Путиных Медведевых. Самые любимые праздники, самые любимые радостные праздники для всех. День рождения Путина Владимира Владимировича. День рождения Путина Владимира Владимировича. Дмитрия Анатольевича Медведева. Самые любимые праздники для всех. Счастья, здоровья, успехов мы вам желаем. От души и сердца мы вас поздравляем, что вам всегда во всем сопутствовал большой успех. Наша Россия, наш президент. Поздравляем с выдающимся выступлением, речью, программой, мирным планом в Организации Объединенных Наций, в ООН и в Париже. Визит в Париже, исторический и инвестиционный форум в Сочи. Дмитрий Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев. Наша Россия, наш президент. И вас, наш президент. В этот радостный, светлый праздник, самый лучший в мире праздник для всех, день рождения, 7 октября, Владимир Путин. И день рождения Владимир Путин. Самые радостные, светлые праздники для всех. Этот радостный праздник 7 октября, дня рождения Владимира Путина, мы принесли в партию «Единая Россия». И в дни рождения именины Владимира Путина мы принесли подарить Владимиру Путину господину президенту России, верховному командующему вооруженных сил России Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, принесли подарить высшие наградные ордена «Единая Россия» от имени Голубой Чехии, Индийской Веры и Славы России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Первосвятого Святой России Дмитрия Донского, маршала Жукова, Нобелевские премии мира, Организации ООН, фестивали, высшие награды организации мира, всех континентов, Америки, Африки, Азии, Востока, Австралии, всех стран, всех континентов, Африки. Мы все поддержали два президента Европы, Америки, все поддержали два президента срока Путина, Путина Владимира Владимировича, 2017-2017 года, на пост председателя правительства и партии «Единая Россия», Дмитрий Анатольевич, самый лучший в мире тендент, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», народ единогласный, как голосуем все дружно единогласно, за два президента срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2014 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия», Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, поздравьте с днем рождения Путина Владимировича. Спасибо, благодарим вас. Мы с днем рождения Путина Медведева. Мы выделили на два президентских срока, Нестор Медведский, и очень просим Владимировича Путина избираться на два президентских срока 2012-2014 года. Тоже поставьте президент, пожелайте добрых слов. Спасибо, благодарю вас. И всех поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева. Поздравляем вас с выдающейся речью, ООН и с высшими наградами ООН Владимира Путина, с историческим визитом, во Францию, с высшими наградами ордена, назвали вас главными победителями, лауреатами, главным президентом, человеком, политиком, миротворцами, главные гаранты мира, стабильности на планете.
выдающихся, самых лучших в мире акций армии России. Поздравьте президента, пожелайте добрых слов, с днем рождения. Спасибо, благодарим вас. Армия России и миссия России в Сирии самые лучшие в мире. Выдающиеся вещи, самые лучшие в мире. Главным президентом, политиками, миротворцами, защитниками, главным гарантом планетчик. Единая Россия, Отечество, Бог и честь, единство, веру, славу России, выше наградные грамоты имени святых князей Владимира, представителя Святой Руси, Дмитрия Донского, маршала Жукова, Нобелевских премий мира, ООН, всех фестивалей, всех фестивалей, Владимиру Путину, двум президентским срокам, президенту Владимиру Владимировичу, 2012-2014, дню рождения 7 октября Владимира Путина, дня рождения Владимира Путина, именины Владимира Путина, Владимира Путина, Александровны, Марии Владимировны, Екатерине Владимировне, Пунина, Светлане Владимировне, Евгеньевичу, Весель, Есть, Канавич, Колокольцев, Нарышкин, Анон, Веру, героям Госдумы, Совет Федерации, администрации, президента, правительства, армии России и военная акция помощь в Сирии. Российские ВВС лучшие в мире. Дружба на века. Наша Россия, наша Россия, наш президент, вас, силу, право и честь. Россия, ты мессия, величайшая звезда. Любви для дружбы, нет границ и расстояний. И шагающие вместе, нестерами близкие, есть партии России, народный фронт, Госдума, Совет Федерации, администрация президента, правительство России, армия, ВВС, ВМФ, флаг России гордо несут, флаг России, России, все вместе и дружно поют, флаг президентских слова Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 года, тендент Путин Медведев, Единая Россия, народ, наш главный смысл, цель, наше призвание, Россия, Путин, предлагает центральный мир, сотрудничество постоянно. Главный гарант мира и стабильности на планете. Два президентских срока Путина 2012-2014 года. Тендер Путин, Медведев, Единая Россия, Народный фронт поддержали вместе. Самый лучший в мире. У Путина Медведева самый высший на планете рейтинг. И самое высшее призвание. Россия, Путина, Медведева, рекордсмен, чемпион. Пусть всегда будут в России. Путина, Медведева, Господь Иисус Христос, Божья Матерь, Божественный Свет, дарит вам наблюдательный Владимир Путин, Мироточ Медведев, дарит Нестер Медведский, Герой России, дарит главных побед, два предельных срока Путина, 2012-2014 года, всех объединили, за новые сенсии, подвиги, всех вдохновили. Вы наше знание, вера и сила. Поздравляем Путина и сила. Россия, Путина, Медведева, рекордсмен, чемпион. Россия, Путин, рекордсмен, чемпион. Нет двойных стандартов. Западным санкциям. Нет продвижения НАТО на восток. Нет зарядов ядерным в Европе. А миру и сотрудничеству с Россией и Новороссией крепко уверенная дар.
уверенная, да. Россия Путин Медведев для всех стран, народ и самая яркая путеводная звезда. А в борьбе за укрепление мира, Россия Путин Медведев согласила и оборонную экономическую мощь. Свою экономическую оборонную мощь, смогла сильно укрепить, модернизировать и развить. Поздравляем с днем рождения 7 октября Владимира Путина. Россия Путина Медведева, рекордсмен, чемпион. Нет войны, нет войны с стандартом, западным стандартом. Мир сотрудничества, Россия, Новороссия, крепко уверенные, да? Россия Путина Медведева для всех стран народа, самая яркая путеводная звезда. Все страны народа, поддержали Путина. Владимира Путина в Организации Объединенных Наций. Исторический визит в Париж. Владимир Путин, Юрий Анатольевич Медведев, главные гаранты мира, стабильности на планете. Все страны народа, сотрудничать, дружить, развивать добрососедские, культурные, экономические связи. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2024 года. Для всех христиан дороги святы, борьбе за укрепление мира, за сохранение общечеловеческих ценностей. Россия Путина Медведева смогла свою экономическую оборонную мощь укрепить, модернизировать, укрепить, развить. Не о дети. Живет дети, любовь к родине, служение отечеству, непреложный закон. Россия Путина Медведева, символ доблести, веры и чести. Два президента Петрова Путина Владимировича, 17-24 года. Самый лучший в мире тендер Владимир Путин Медведев. Все поддержали вместе, все страны России Медведев Медведев. Поддержали все страны народы, министр Медведский. Поддержали все вместе, все члены Организации Объединенных Наций поддержали. Все вместе, люди мира хотят с Россией Путина Медведева согласие в мире жить, развивать Россию, такой экономической связи, на долю России выполнил немало, за всю историю немало бед и испытаний. Россия с доблестью, честью, все трудности преодолевает. Господь Бог, Господь Иисус Христос и Божий Матерь с нами, с Россией на века, великую святую процветающую Россию. Путин Медведев никому никогда не удавалось победить. Никогда не победить, не принудить. Все речи Путина Медведева. Все речи Путина Медведева. Все россияне на новое совершение поняли, все вдохновили. Служить России, россияне, мы сердцем душой рады. Лучшие награды. Два президентских срока Путина Владимировича, Путин Медведев. Для всех стран народа. Есть высшие награды. Живой неиссякаемый источник новых источников, новых свежих сил. Наша Россия. Наша Россия. Наш президент, вас на силу, право и честь. Мы не Метлицкий, организаторы фестиваля славы и чести России. Высшие наградные ордена Единой России, Отечества, долг и честь, единство, вера, слава России. Высшие наградные грамоты имени святых князей Владимир Новоапостольный, Преподобитель Святой России Дмитрия Донского, Маршала Жукова. Мы не Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Евгения Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майор Владимировна. Владимир Евгеньевич, Алексей Геннадьевич, мы все голосуем, Марина Сергеевна, Филоник, мы из партии «Единая Россия. Народ фронт». Поздравляем вас с днем рождения, 7 октября, Владимира Путина. Мы все голосуем и с днями рождения, именинами Владимира Путина, Владимира Медведева. Самые любимые, радостные праздники для всех. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. От всей души, от всего сердца. Мы вас поздравляем, что вас всегда сопутствует. Во всем всегда. Везде большой Господь успех и Божье благословение Господа Иисуса Христа и Божьей Матери. Святая благодать. И все святые. С Россией Путина Медведева на века. Наша Россия, наш президент. Россия, великая страна, самый достойный Россия, президент. Россия, великая страна, Путин. Самый достойный лучший Путин. Президент, любимый народ. Владимир Путин, самый лучший в мире президент. Владимир Путин, Владимир Путин, армия ВД, президента. Господь Иисус Христа, навеки навсегда. Здравоохранение, соцзащита, спорт, экономика. Ракетно-космические войска России лучшие в мире. Операция ВВС, армия России в Сирии, самые лучшие в мире. Поздравляем, победа, триумф, успех. Поддержали все страны и народы. Ура, победа, на века. Радости звонкие песни в небе звенят над Москвой. Нашей победы радостной вестью над окрыленной землей.
70 лет великой победе. Путин Медведев. 15 лет во главе Российской Федерации Владимира Путина. 70 лет великой победы. Ведут нас вперед. Путин Медведев ведут нас вперед. Славим мы подвиг солдатский. Славим российский народ. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной. Посвящай наши песни, служить отчизне, дорогу мой. Будем все мы вместе, на нашей родине стоим и быть надежно. И президенту Путину, тендему Путину Медведеву, мы всегда верны, всегда во всем одновляться можно. Мы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и ВВС, и армии, потом ВВДВ. ВМФ, ракетно-космические войска лучшие в мире. Акция российской армии в Сирии лучшая в мире. И армии родной освещай нас. Поздравляем, поздравляем, полиция России лучшая в мире. Все высшие награды, ордена, медали, Путина, прекрасно, поздравляем. Вот они наши герои, полиция России лучшая в мире. Тоже поздравьте с днем рождения, Путина! Поздравляю! Спасибо! Ура! Спасибо! Ура! Наша Россия! Наш президент! Давай! Российские войска! Против разрушения обороны! Космические войска России! Лучшей в мире! Родной посвящаем! Поздравляем! Поздравляем! Полиция России! Лучшей в мире! Все высшие награды, ордена, медали! Путину, Колокольцеву, Бортникову! Наша Россия! Наша Россия. Наша Россия. Поздравьте с днем рождения Путина! Поздравляем! Спасибо! Ура! Наша Россия! Наша Россия! Вас! Если не победи армии, полиции! Единая Россия, народный фронт! Поздравили с днем рождения 7 октября Владимира Путина. Только что герои нашей доблестной полиции, армии, МВД, ФСБ, ВВС, ВДВ, Единая Россия, Народный фронт. Поздравили с днем рождения 7 октября Владимира Путина. Владимира Путина. Единый рождение, Единый Дмитрий Анатольевич Путин. Самый любимый, радостный праздник для всех. Солдат России, слава и отвага, страну родную защитит всегда. И вернусь долгу воинской присяги, стандарту президента армии, полкам на Красной площади, на марше, на параде, на воинских учениях и в бою. На груди геройские награды, солдат России, он всегда в строю. Ура! Победа всегда! Наша сила, наша сила, сила, правая честь. Путина Владимира Владимировича, Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, самые любимые праздники для всех. Счастья, здоровья, успехов вам желаю. Всей сердце мы вас поздравляем. Сопутствовал всегда во всем большой успех. Поздравляем с удающимся выступлением вечера программы Владимира Путина в Организации Объединенных Наций из Парижа. И на инвестиционном форуме в Сочи. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимиру Владимировичу Путину, ну, с премиями всех стран континентов, всех фестивалей, как всегда, высшая награда всех стран континентов, всех премьер, всех фестивалей, как всегда, Азия, Африка, Азия, Африка, Запад, Африка, 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 Африка,
вообще Европа, Америка. Американские президенты срока Путина, Путин, Владимира Владимировича, 2018-2024 года, на пост председателя правительства и партии «Единая Россия», Медведев, короче, самый лучший президент Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, день, Россия на должность срока, и на два года. Поздравляем вас с днем рождения Владимира Путина, 7 сентября, и день рождения Путина, Владимира Путина, поздравляем. Самые любимые праздники для всех. Счастья и здоровья, успехов вам. Самые радостные праздники. От души и сердца мы вас поздравляем. Вам там и счастья, здоровья, всем мы вам желаем тоже. Поздравьте с днем рождения Владимира Путина. Спасибо, благодарим вас. Мы выдвинули Нестор Медвицкий из партии «Россия народа фронта» на два дня срока Путина Владимира Владимировича. Путина избираться на два президента срока. Путина Владимира Владимировича. Тоже поздравьте Путина Медведева. Поздравляем вас. Спасибо. Наша Россия, наша Сирия, Путина Владимира Владимировича. Все поддержали в 2024 году на пост правительства партии «Единая Россия» Медведева и Дмитрия Анатольевича. Организаторы славы и чести России назвали главным президентом, политиком, миротворцами, защитниками и героями армии ФСБ МВД. Годы, десятилетия, столетия, тысячелетия назвали Путина Владимира Владимировича, Медведева Дмитрия Анатольевича, Людмилу Александру, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Ивану Владимировну и Людмилу Медведеву, Екатерина Собянина, Неверова, Васильева, партия «Герсей», Народный фронт, армия ФСБ, ВД, Государственная Совет Федерации, правительство, администрация президента, акции, армии. Поздравляю, поздравьте Путина Медведева, с днем рождения, поздравляю, спасибо. Наша Россия, наша идея. Ваша сила, правда, выдающиеся гости Путина Владимира Владимировича и Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире, сотрудничайте с Россией Путина Медведева, всем странам надо больше, шире. Россия, сотрудничайте с Россией Путина Медведева, всем странам надо больше помогать и усилия координировать с Россией и объединять инвестиции в российскую экономику вливать. И все санкции убрали. Есть, можем Успех, триумф, победа России на века. Слава, ура! Президенту Владимиру Владимировичу Медведеву, самые любимые праздники для всех. Счастья и здоровья, успеха вам желаем. От души и сердца мы вас поздравляем. Чтобы вам сопутствовал всегда во всех делах большой успех. Наша Россия, наша нет, ваша сила, право и действие. И любви для дружбы нет границ и расстояний. И шагая все вместе, Нестор Медвицкий с партии России, с Народным фронтом, флаг России гордо несут, гимн России все вместе и дружно поют. Единство, что учесть, единство, веру, славу России, выше наградные грамоты имени святых князей Владимир, Сильный, Святой Руси, Дмитрий Донской, Жукова, Крем мира, все фестивали, гнестивали, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, президентским сроком Путина, Владимира Владимировича, 2012-2014 года, день рождения Владимира Путина, 7 октября. День рождения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, именины, самые любимые праздники для всех.
Александра Мария Владимировна Петерева Путина, Ване Владимира, Илья Дистер Медведев, Крисову Собянину, героям армии ФСБ Водоколовой, Бошнику, Шойгу, Госдуму Совет Федерации, администрации Брестского правительства России, армия, армия ФСБ, ВВС, ВМС, акция в Сирии. Удачи! Российских вооруженных сил, на мире, наша Россия. Да, здесь, ну, все здесь, надо прочитать то, что не успели, то, что не успели. Вот здесь, здесь. Так, Сирия, Ерчатия, звезда. Для любви, для дружбы нет границ и расстояний. И шагаем все вместе, нестерами, близкими, с партией России, народным фронтом, Госдумы Совет Федерации, администрации президента, правительством России, армия ФСБ, ВД, ВВС, ВМФ. Флаг России гордо несут, гимн России все вместе и дружно поют. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Тандем Путин Медведев, Единая Россия, народ, наш главный смысл, цель, наше призвание. А России, России Путин и Медведев предлагают всем странам мир, ходущие постоянно. Главный гарант мира и стабильности на планете. Два президентских срока Путина 2012-2024 года. Тандем Путин и Медведев, Единая Россия, Народный фронт поддержали все вместе. У Путина Медведева самый высший на планете рейтинг и самое высшее призвание. России Путина Медведева, рекордсмен чемпион. Пусть всегда будут с Россией Путина Медведева, Господь Иисус Христос, Божья Матерь и Божественный Свет. Дарит вам, уважаемый Владимир Путин, миротворческий Медведев, дарит Нестера Медведевский, героями России, дарит главных побед. Два президентских срока Путина 2012-2024 года всех объединили. За новые сердцевины, подвиги, все вдохновили. Вы наши знания, вера и сила. Владимир поздравляю с вами, вера и сила. Россия Путина Медведева, рекордсмен чемпион. Россия Путина, рекордсмен чемпион. Нет войне, нет двойным стандартам, западным санкциям. Нет продвижению НАТО на восток, нет зарядом ядерным в Европе. А миру и сотрудничеству с Россией и с Новороссией крепко уверенная да. Россия Путин Медведев для всех стран народа самая яркая путеводная звезда. А в борьбе за укрепление мира, России Путина Медведева, и согласно оборонную экономическую мощь сильно укрепить, модернизировать и развить. Поздравляем с днем рождения, 7 октября. Россия Путина Медведева, рекордсмен чемпион. Нет, войны, двойных стандартов, западных санкций, миру сотрудничества с Россией, Новороссией, да? Россия Путина Медведева для всех стран народов, самая яркая путеводная звезда. Самая яркая путеводная звезда. Все страны и народы поддержали выдающуюся речь Путина, в Организации Объединенных Наций. Наш ООН, в Париже. Все страны мира стабильности на планете. Все страны и народы хотят с Россией Путина Медведева сотрудничать, дружить, развивать с Россией, торговые, культурные, экономические связи. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Тандем Путин Медведев для всех христиан дороги святы. Победу укрепления мира за сохранение общечеловеческих ценностей России Путина Медведева смогла свою экономическую оборонную мощь укрепить, модернизировать, развить. Семья, дети, любовь к родине, служение отечеству, непреложный закон. А России Путина Медведева сила совести, веры, доблести и чести. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2024 года. Тандем Путин Медведев. Все поддержали вместе, все страны и народы поддержали вместе, все страны и народы, члены Организации, Объединенных Наций ООН, все мира, люди мира хотят с Россией Путина Медведева в мире согласия жить, развивать Россию торгов. На долю России выпало немало бед. За всю историю немало бед испытаний. Россия с доблестью, честью все трудности преодолевала. Господь Бог и правда с нами. Бывает правда с нами. Великую святую просветающую Россию никому никогда не удавалось, не удастся не покорить, не победить.
не покорить, не принудить. Победить, не принудить. Все речи Путина, Медведева. Все россиян на новое свершение, подвиги вдохновили. Служить России, все россияне. Сердцем и душой рады. Высшей награды. Два приезда срока Путина, 2022 год, тандем Путин-Медведев. Для всех стран народов есть высшие награды. Живой неиссякаемый источник новых свежих сил. Наша Россия, наш президент. Радости добр. Радости звонки и песни. Славы и честь России, не смеслистки. Вина, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, вера, слава России. Выше наградные грамоты имени святых князей. Владимира, перекрестителя Святой Руси, Дмитрия Донского, маршала Дюкова, Медлистки, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремана, Людмила Игорева, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Ольга, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафим Дмитриевич, Виктория, Майя Юрьевна, Стелла Владимир Геевич. Алексей Геннадьевич. Мы все главы. И Татьяна Николаевна. Марина Филония. Марина Сергеевна. Поддержали Народный фронт. Поздравляем вас с днем рождения. 7 октября Путина. Мы все голосуем за два рождения. Все праздники для всех. Здоровья, успехов вам желаю. От души и счастья. И сердце мы вас поздравляем. Чтобы вам сопутствовал всегда во всем везде потерпе. Господь Иисус Христос, Божья Мать. Господь Иисус Христос, Божья Мать. И святая благодать. Все святые. Наша Россия, наш президент, наша сила, право честь. Наша Россия, наш президент. Россия, великая страна, самый достойный президент, Владимир Путин. Тензен Путин, Медведев, армия, ФСБ, МВД, ФБС, ВВС. Госдума, Совет Федерации, администрация президента, правительства России. На век это всегда. Господь Иисус Христос, Божья Мать, на век это всегда. Ура, победа на века. Вот они наши герои, полиция России в лучшем мире. Наша Россия. Поздравьте с днем рождения Путина! Поздравляю! Спасибо! Ура! Единая Россия, Народный фронт! Поздравили с днем рождения 7 октября Владимира Путина! Только что герои нашей доблестной полиции, армии, БР, ФСБ, ВВС, Единая Россия, Народный фронт, Единая Россия, Народный фронт,
штандарт, президента армии, солдат по Красной площади, на машинном параде, героически, уже не бывали, но другие геройские награды, солдат России, он тебя строю! Ура! Победа меня! Наша сия сия! Ладно, силу правый честь! Иди, рождение именины, ты за то, будем без отцов неделю. Разные праздники для всех. Ура! И слава, и отвага, страну родную защитит всегда. И долгу воинской присяге, задашу президента армии, полнал на Красной площади, сдавался на парапорт, где на войске. В учениях и в бою, и геройские награды, солдат России, он всегда в строю. Но наша Россия, наша нет, ваша сила права, честь. София Лорен, ура, победа на века, спасибо. Много счастья, смотри, все победы. Ребята, самые лучшие. Ну, можно сходить, все это коллеги. Красный, поздравляем. Много счастья.
счастья, здоровья, успехов, главное, власть. Ура, победа на веках. Наша Россия, наша Россия, вас на силу, правду, честь, золотые запасы, детские кроки. Красивые волны, всегда Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Да. Да, Россия, армия России в лучшем мире! Молодец! Да. Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна. Мы все поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС. ВДВ. Алло, Володь, сегодня день морков суток, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещения Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю, Крещение в Руси. С праздником, ВМФ, ВДВ. ВМФ, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший. Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, значит, Россия, армия лучшая! Победа! Российская! Победа! Победа! Молодец! Молодцы! Елена Петровна! Дмитрий Петрович, Людмила Игоревна. Николаевич, Владимир. Поздравляю! Праздниками! Голосуйте за два президентских срока Путина Владимир Владимирович. Праздниками ВМФ, ВДВ, Крещение России, армия России в лучшем мире. Ура! Победа в века! Россия вперед! Чтобы не было в мире. Мы это самое. За нашу партию, да?
потому что мы все очень любим нашу репрезентацию, нашу страну, да? Я очень доволен результатами прошедших выборов и на том, что...
Крещение Руси, ВМС, ВДВ. Алло, Володь, сегодня день Мальмаку Футы, Крещение Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю. Поздравляю, Крещение Руси. Поздравляю с праздником, ВМС, ВДВ. ВМС, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент. Прекрасно. Россия вперед. Россия на века. Слава. Наша Россия, зачитай. Армия лучшая, российская. Победа! Молодец! Елена Петровна! Молодец!
Дмитрий Петрович, вы не выйдете? Чего вы не выйдете? Кто? Товарищ, даже не все знамени. Петр Николаевич. Владимир. Ну все, поздравляю. Праздниками. Голосуйте за два президентских срока Путина Владимир Владимирович. На 24 года. На год государственной партии мира. И медведь на тот момент. Вы себе не начинаете. Праздники в ГМВ, ВМФ, ВДВ, Священие России, Армия России лучше в мире. Ура, победа в века. Россия вперед. Thank you.
комитет вместе с картиной моей дочери Елены. Вот. А ты со мной надеялись, Викочка, что ты еще очень много прекрасных картин нам нарисуешь. Нарисуешь? Да. Я все люблю твои картины. Ну,